Здравствуйте, дорогие гости и зрители, подписчики моего канала «Сольга на 600-ках». Сегодня я вам покажу и расскажу, как я ставлю на укоренение винограда. Для укоренения винограда нужно соблюсти особые условия. Это прием называется кельчевание. То есть низ черенков должен находиться в тепле. Температура где-то 25 градусов. Выше особо не стоит, особенно где-то после 30, иначе вместо корней у вас образуется каллюс на пяточке черенка. А верх находится в прохладном воздухе. Для чего это делают? Чтобы не тронулись почки, не выросли побеги в тот момент, когда корней еще нет. И верх удерживается в таком спящем состоянии. Для этого есть специальные кельчеваторы. У меня их нет, и я приспособилась укоренять виноград на батарее центрального отопления. Внизу, где от батареи отходят тонкие трубы, я ставлю книжку и на нее ставлю свои емкости с виноградом. Укоренять можно как в грунте, в суп, и также и в воде. Вы наливаете где-то 2 сантиметра воды, больше не надо, потому что корни образуются вот в этой части, на границе между воздухом и водой. И должна быть только вот нижняя часть погружена черенка. Обычно срезаю где-то 1 сантиметр ниже междоузля, и вот эта часть как раз должна быть в воде. Еще вы видите, что у меня веточка вербы или ивы. Конечно, немножко пораньше ее надо было поставить, чтобы она была уже с корнями, поскольку при проращивании, нарастании корней ива выделяет активаторы роста в воду, и они способствуют более активному корнеобразованию у других черенков. Но еще делается бороздование для того, чтобы корни быстрее и лучше нарастали. Кто-то не делает бороздование, я все-таки делаю. Итак, как делать бороздование, как я сажаю, я вам сейчас покажу. Емкости я использую разные. Самое главное, чтобы они были достаточного объема. Вот у меня и из-под сметаны стаканчики, и обрезанные бутылки пластиковые, есть и готовые. Грунт – это может быть торф, может быть смесь торфа огородной земли, вермикулита, как у меня. Укореняют и в смеси песка вермикулита, и в опилках. Очень хорошо укореняется в кокосовом субстрате. Главное, чтобы грунт не был очень мокрым, иначе у вас черенки просто загниют, а просто влажным и достаточно влагоемким, воздухоемким, чтобы воздух находился в этом грунте, а не был такой плотный, уплотненный грунт. Итак, я беру череночки и делаю бороздование. Что такое бороздование? Это вот такие вот надрезы или насечки, которые с одной и с другой стороны междоузлия. Их можно сделать от 2 до 4 штук. Вот здесь вот у меня пробую с таким вот с длинной частью побега укоренить. Уже делаю бороздование. Я укореняла и такие. У меня одинаково как-то корни дает. И вот такой длинный после междоузлия побег. И вот такой короткий. И я помещаю этот черенок в почву. Глубоко его туда вниз не надо достаточно. Ну вот я сейчас втыкаю в землю, теперь выну. Вот на такой глубине у меня находится в почве. Прижимаю почву, обжимаю со всех сторон очень хорошо. И одеваю пакетик. Для чего я одеваю пакет? Чтобы не высыхали черенки. Иначе они просто могут высохнуть и засохнуть все-таки. У меня нет кельчевателей, это батарея. Вот эти вот в воде, которые я тоже закрою пакетиком. Тоже эта баночка у меня будет стоять на батарее центрального отопления. Температуру можно периодически проверять, потому что у нас тут не одинаковые. Можно регулировать, ставить черенок выше или ниже на батарее. Вот у меня вот так вот получается. Я пробовала на подоконнике, но бетонный подоконник довольно-таки холодный. В раму дует, и получается наверху температура выше, чем вот нижняя часть.
И еще такой способ, я его буду первый раз делать, это укоренение таким особым образом. Тоже я делаю надрезы, делаю бороздование черенка. Самое главное не перепутать верх и низ. Ну вот вроде можно было так, вроде и так. Иногда смотришь, где вверх, где низ. Но точечка острой частью должна смотреть вверх. Итак, я беру холщовую влажную тряпочку. И вот так вот заворачиваю черенок в эту тряпочку. Вот второй. Сверху у меня тут как раз воск, чтобы не высыхал черенок. И помещаю его в целлофановый пакет. Вот так вот уголочек. Очень плотно закручиваю, чтобы не попал воздух. Очень-очень плотно, чтобы не высыхала у меня тряпочка. Еще раз закручиваю, завязываю. И вот такая получилась тепличка, или как ее назвать, я не знаю. Такой влажный здесь. Влажная часть. И еще раз пакет, чтобы черенки не высыхали. И вот все это я положу в самое теплое место на кухне. Где? Это под потолком. Там всегда тепло. На верхнюю полку кухни под потолок рядом с газовой плитой. И посмотрим, как у меня будут расти корни вот при этом варианте укоренения. Вот и все довольно-таки легко и просто. Как будут они у меня укореняться, как будут дальше расти, будут обязательно сняты в новые видео. Ну, до встречи на канале с Ольгой на 6 сотках. И хорошего вам урожая!